Вот хочу показать, как у меня здесь червяками, как я их кормлю. Так, жара сегодня, блин. В общем, вот они у меня. Вот здесь. Вот тут, что было видать, сейчас поприближу. Вот здесь, вот тут ему уже, ну, то дней 5. Червяки вот. Вот в таком количестве. Ну, их здесь сейчас поменьше. А вот здесь. Так. Что было видно. А вот тут ему так, здесь 5, а здесь ему-то 3 дня. Здесь вон что. Вот так их. Потому что здесь навоз как бы еще есть. Тут они уже там доели. Вот. Значит. Вот они. Видать, да? Значит, мы их опять на место укрываем целлофаном, чтобы все это не испарялось. Так, сейчас я назад все это верну. Вот сейчас покажу, как я буду кормить. Вот я до сих пор, вот этот вот, видно, да? Ага, видно. Вот этому... Три, а так, вот этому, ну, 5 дней уже, вот. А вот этому уже где-то неделя. Вот они уже подъели, осталась только солома. И ушли, вот. Сейчас я им... Ложу вот так. Навоз вот. Вот и все. Сейчас еще туда положу. Видно, да? И вот они сейчас опять оттуда перейдут сюда и это будут доедать. Если здесь, мало ли, загорит или что, они слиняют опять туда. То есть нужно, чтобы где-то было безопасное для них место выделено, мало ли, чтобы им можно было перебежать. Вот так. А?
Так, а вот здесь, ему уже биогумусу, этому вернее компосту, уже ты где-то месяцев 5. Это салафан. Вот видите еще. Все. Вот такой. То есть червяка я из него забрал. Тут если даже малек остался, то он где-то ползает. Так что вот, видно, да? Вот, а сейчас покажу, где биогумусу уже 8 месяцев где-то. Так, сейчас. Сейчас приближу. Тут вот что, тут вообще-то порох, видно, нет? В общем, вот такой он.